Смуглая красотка подозревается в краже. По версии следствия, девушка под видом продавца меда проникла в квартиру пенсионерки и забрала деньги. 78-летняя женщина из Чебаркуля сообщила, что у нее похитили 9 тысяч рублей. К ней якобы пришла эта девушка и предложила купить мед. Пенсионерка согласилась. Подозреваемая попросила взамен пустую тару. И когда бабушка пошла на балкон за банкой, лжепродавщица якобы украла у нее деньги, которые лежали на кровати. Подозревают, на ее счету может быть серия подобных преступлений. Личность дамы установили. Это 28-летняя жительница Октябрьского района. Полиция ждет звонков от тех, кто знает, где она может находиться. А эту женщину полицейские задержали по подозрению в разбое. По версии следствия, дама выслеживала девушек, а потом грабила их в подъездах домов. Как считают сыщики, у последней жертвы, 17-летней девочки, угрожая ножом, она забрала мобильный телефон. Сейчас оперативники ждут звонков от тех, кто еще мог пострадать от этой задержанной.